Здравствуйте, ребят! Привет вам из солнечной Молдавии. У нас очень большой ветер. Если какие-то проблемы с звуком, просим прощения. Как и обещал, немецкая дверь Форман в этом видео. Поехали! Двери у нас в Республике Молдова их не найти. Заказчик — это парень, который работает в Германии, он ее привез именно с Германии. Стоимость таких дверей, они начинаются от 600 евро, и в самые хорошие, в топовой комплектации, они доходят до 2500. Это в Германии, это СНДС там. Если вы захотите завести в вашу страну, конечно, будет намного дешевле. Сразу вы, конечно, зададите вопрос, что за фигню, короче, вот это белое мы тут намутили. Вот этот белый элемент, как и снизу, это доборный элемент, и как делается в Германии. И стоимость стандартного изделия, она стоит X денег, нестандарт стоит в 50 раз дороже. Вот если стоимость двери, скажем, обошлась там 800 евро, да, то стоимость вот этих доборных элементов, она бы обошлась в 400 евро. И чтобы сэкономить, мы решили, что возьмем доборные элементы от окон и используем их тут. Проем однозначно был сделан под 1,20 м. Дверей таких под 1,20 м нету, а есть под 1,10 м, либо метр. Они начинаются от 1000 мм. И вот мы добрали с нехватающейся 20 сантиметров, добрали доборными профилями. Нижний доборный элемент, он и так он у нас бы был, потому что должен быть терморазрыв между стяжкой, которая будет внутри, и ступенькой, которая будет снаружи. Если мы начнем оценивать дверь, давайте начнем снизу. Тут есть нержавеющий порог, он очень крутой, этот порог, скажу честно, но их нужно монтировать, скорее всего, когда уже все чисто, все готово, нету ни грязи, потому что сама ширина порога, она имеет 2 мм. В данном случае, если бы мы не использовали добор снизу, то я даже не представляю, как можно было смонтировать нормально вот этот нержавеющий порог. Там мы поставили уплотнитель между доборными элементами, чтобы не дуло, и так ее смонтировали. По поводу петлевой группы, тут интересно, какие-то не то что необычные, больше не смахивают на конные петли, но какие-то под деревянные двери, потому что, несмотря на то, что у них идет штифт простой, их можно регулировать. Если поговорить о замке, тут не стоит никакой там замок, ни от компании ASA, либо там, я не знаю, какой-то супер-мега какой-то другой замок, но, как я понял, в комплектации можно добрать любой замок, который есть. Фишка большая, которая нам сильно понравилась, один ключ, он подходит для обе сердцевины, и нижней, и верхней сердцевины. Тут есть броненакладки, простая такая ручка, изначально она должна была быть фиксированная, которая не открывается, но мы переиграли, поставили две ручки, у нас тут не принято. За всю нашу практику мы поставили там один заказ, где была фиксированная ручка у частного дома. С внутренней частью у нее точно такой же цвет, как и снаружи, хотя цвета тоже можно было бы подобрать. Прикольная фишка в том, что вот эта фигня, вот этот цвет, скажу так, это что-то наподобие алюминия, если честно. Мы думали, что за пленка стоит снизу, мы думали там, я не знаю, винорит какой-то, либо что-то другое. Но это получается, это алюминий такой тонкий слой, и он покрашен. Не смогу вам сейчас сказать точно, как это сделано, однозначно это мы будем изучать. Сама коробка деревянная, тоже обклеена вот этим покрасочным алюминием. Кроме петель, у дверей есть антисрезы, ну, чтобы ее не стырили, не вытащили. У этих же петель есть стопор, который останавливает, чтобы штифт не поднимался вверх. Про уплотнительные резинки. Они черного цвета, не могу вам сказать, PSP это или что-то из этой серии, но они очень плотно и классно закрываются.
по дизайну, ну, сами видите, тяг полнейший. Тут есть три стекла, одно матовое, чтобы не видно было с улицы. Гамма у этих дверей очень большая, там у них есть разных типов дизайн. И вертикальные, и горизонтальные стекла, и алюминиевые вставки, и куча разных прибамбасов. Если говорить про монтаж, у них предусмотрено, что такая дверь должна быть фиксирована на 6 точек крепления. Они сделаны сразу, как у немцев, все подготовлено, нужно просто вставить и шурупить. Мы немножко, не то что там, мы умнее немцев, мы, короче, по нашей волне взяли, забабахали 4 пластины с левой стороны, 4 пластины с правой, 2 наверху и 2 пластины в самом низу. Закрепили, она стоит мертво-глухо. Если говорить о пленках, использовали те же пленки от компании Soudal. Почему с ними работаем, вы можете найти в предыдущем видео. Внизу мы использовали Alubend от компании Technicoil. Если вам понравилась такая дверь и вы захотите такую дверь заказать, можете написать нам в комментарии. Мы вам оставим сайт в Германии, где вы ее можете заказать. Получится завести еще себе в страну. Они вам ее отпишут еще минус стоимости НДСа, который есть в Германии. Но вы должны знать, что на таможне вы должны будете оплатить этот же НДС, но уже в вашей стране. Я думаю, что в этом году это у нас первая дверь, но 100% мы еще дверей от компании Horman еще кучу смонтируем. Если вам наш видос понравился, ставим палец вверх, оставляем комментарии, вопросы, мы на них будем отвечать. И до скорой встречи. Пока-пока.